Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Александр Красовицкий, я вокалист группы Animal Jazz. И хочу объявить о том, что мы торжественно открываем проект на planete.ru, посвященный нашему будущему величайшему альбому. Именно сегодня я обнародую от лица всей группы Animal Jazz его название «Хранитель весны». И хотим, чтобы по уже сложившейся традиции последних лет этот альбом стал плодом наших общих усилий. Ваших и наших. Нас как музыкантов, а вас как сопродюсеров. Другими словами, мы открываем краудфандинговый проект. Наконец-то я научился говорить это слово правильно. Третий уже наш по счету краудфандинговый проект «Хранитель весны». От себя же я вам обещаю, что мы, как всегда, как делали это неоднократно, а именно дважды, будем внимательно следить за тем, что происходит. Будем участвовать в этом проекте активно. Будем добавлять различные эксклюзивные истории. Хочу поблагодарить, во-первых, всех, кто поменял мое мнение о судьбе независимой музыки в России благодаря нашим предыдущим двум проектам. То есть всем вам, тем, кто участвовал в них как акционеры. Их, надеюсь, во-первых, поскольку многих из вас я теперь знаю в лицо, благодаря нашим встречам в рамках этих проектов, надеюсь, что эти лица ваши, счастливые и довольные, я увижу в конце этого проекта. Буду видеть в течение проекта. Надеюсь увидеть еще много новых, одухотворенных, настоящими зверскими эмоциями лиц. Друзья, присоединяйтесь к нашему проекту на planete.ru. Animal Jazz.